Канча карызыңар бар? Азыр проект реализация болду, бул карызыңар көп экенин айтып отурат да. 100 эң башында 107 миллион сом карызыңыз. Мына канча убакытта мындай төлөп бүтөбүз деген планыңар бар? Качан актап чыгат бул проект өзүн? Качан кирешеге киресиңер да, кайсы жылы? 1.5 жыл. 70 миллион сом эмне болуп карызды колуңар баштады? Смотрите. Если это ваш коллег, 170 миллионов вас покупал. Компания была создана в 2003 году. Эти вопросы, развернута информация, она... Но если с 2003 года не работал, откуда эти долги 170 миллионов? Долги были сформированы как раз-таки по условиям использования радиочастотного спектра. Это государственные правила, нормы, которые регулируются законом о связи. Вы эту информацию можете получить как у нас, так и в госагентстве связи, где это все в открытом виде, вы можете прекрасно всю эту информацию получить. Она не является секретной, и неважно, это КТМ-аппарат, либо другая компания, в случае простаивания, неиспользования частот, на них накладываются штрафные санкции.